Горничные, администраторы – люди, от которых во многом зависит, каким будет отдых и как начнется в отеле. Объекты турпоказа – пляжи, мини-гостиницы и спа-санатории. В 21 номинации курортного «Олимпа-2013» соревновались герои легендарных фильмов и лучшие из лучших в курортной сфере Кубани. Надежда Румянцева. Девчата. Аль Пачино. Фрэнки и Джонни. 1991 год. Курортный Олимп. 2013. Лучший повар. Провели церемонию награждения яркие профессионалы, КВНщики золотой эпохи клуба. Жванецкий Журин расставил все точки над «и». Наши курорты самые лучшие. Сегодня приезжаешь на любой зарубежный курорт, и ты не поймешь, в чем здесь прелесть. Ворующая Испания, нищая Греция, бьющая по карману Франция, скучная Германия, бесполый Таиланд, спивающаяся Финляндия, пристающий к вашей жене Египет и кормящая кишечной палочкой Турция. То ли дело наше. Курорты Краснодарского края мы узнаем сразу по таксистам. На смену ведущим вышел заслуженный охранник России Михаил Галустян, он же Александр Бородач. Устроиться на работу опять не получилось. Конкуренция серьезная, ведь в зале только лучшие представители туристской и курортной сферы. Экскурсоводы, повара, администраторы. Анапа, как обычно, собрала целую плеяду наград. Первое место в номинации «Лучший врач санаторно-курортной отрасли» заняла анапчанка Елена Червинская, врач-невролог диагностического центра «Дилуч». Оставив за собой конкурентов из Краснодара и Ейска, лучшая горничная в Краснодарском крае работает в санатории «Старинная Анапа». Лучший отель 4 звезды – отель «Ривьера Клуб», отель и спа «Анапа». Сложностей никаких не было, потому что это ежедневная работа. И спасибо, надо сказать, президенту компании и всему коллективу, всей команде. В гостеприимстве самое главное – это любить. Любить гостей. И надо к этому стремиться. Стремиться к тому, чтобы качество услуг было лучше, на высшем уровне. Только тогда можно выиграть и на конкурсе, и вообще выиграть. Поднимались на Олимп в этот день анапчане не раз. Так, второе место в номинации «Лучшее средство размещения 3 звезды» занял санаторий «Эллада». Также у анапской «Эллады» бронза за лучшего медработника среднего звена. Отличилась их сотрудница Алевтина Авдиюк. «Горячий ключ» назвали победителем в номинации «Лучший горный курорт». Лучшим курортом Азовского побережья стал Темрюкский район. А вот пальма первенства среди черноморских курортов на этот раз у Олимпийского Сочи. Конкурс лидеров туриндустрии «Курортный Олимп» утвердил 8 лет назад. За это время значительно увеличилось количество участников и претендентов на звание «Лучший» на курортном Олимпе. Все награды анапчан в этом году стали закономерным итогом во многом успешного курортного сезона. В этом году «Жемчужина Черного моря» приняла 3 миллиона 600 тысяч отдыхающих. Многие пансионаты и санатории Анапы продолжают работать в межсезонье. Вместе с тем курорт уже активно готовится к предстоящему приему гостей. В первую очередь внимание властей обращено к главному богатству курорта – ее километровым песчаным пляжем. Ведется работа по обустройству пляжных территорий, созданию комфортных условий для маломобильных категорий граждан, благоустройство улиц и зеленых зон, возведение уникального фонтанного комплекса, создание новых архитектурных форм. Планов, как обновить облик Анапы к будущему курортному сезону, немало, и большинство из них уже воплощаются. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион, Краснодар.